отыскал очень интересную карту, которая идет в комплекте с лунным модулем. Леддер или лунный модуль. Миссия сделана в честь полета корабля Аполлон-11, которая в 69-м году состояла. Кто-то сделал, правда, есть кое-какие недоработки. Но что самое интересное? Во-первых, это карта Луны взята. Вот. Карта Луны. И помимо этого есть еще изображение Земли, но, наверное, долететь, скорее всего, я думаю, нельзя. И Солнца. Ну, что самое интересное, во-первых, это настоящий космос. Вот недавно была карта Луны, но там просто макет поверхности, а если за край заехать, просто улетаешь в никуда. То есть квадрат, такой вид квадратный. А здесь и настоящая круглая планета. И сделанная по макету зонда ЛРО, то есть снимок поверхности Луны. Ну, конечно, планета, как бы, как это сказать, упрощенно сделана, но все-таки, как бы, вид есть такой, именно настоящей Луны. Ну, это первый, кстати, космический корабль, который я нашел. Есть еще ракеты, макет Сатурн 5, но он маленький. А здесь, в принципе, настоящий модуль. Причем он может разделяться отдельно, как бы, вот это топливный блок и отдельно возвращаемый на Землю, они разделяются. Ноги можно поджимать. Ну, его даже можно, если научиться, аккуратно сажать. Тут кое-что интересное можно поставить. Но я пока поставил один модуль специально, чтобы показать пустоту Луны. Вот там Солнце видно. Как известно, на Луне там, ну, на Луне же тоже есть, как бы, экваториальные, как бы, климатические-то зоны есть, экваториальные, потом умеренные широты, тропические, умеренные и полярные, но она там перпендикулярно стоит на орбите, так у нее, как бы, точно по широте практически все эти широты делятся. Так вот, в экваториальных там, как бы, днем-то плюс 120, может быть, а день там длится по 2 недели примерно. Она же, как бы, вокруг Земли оборот соответствует, как бы, ось вращения, оси обращения, короче, времени. То есть примерно это земной месяц. Ну и, короче говоря, за день там основательно успевает нагреться до 120 градусов, а ночью под 170. Ну, нагрета, конечно, небольшой поверхность, только, как бы, грунтового слоя примерно там сантиметров 40, а дальше идет уже все время стабильная минусовая температура, вроде как минус 40 примерно, и уже на очень большой глубине там вначале спрессованная пыль от ударов идет радиоактивная, потом сильно разбитые базальтовые плиты, на которых это все и покоится. Разумеется, там материков нет, это как единый щит. И там уже дальше постепенно температура начинает расти, и слой мантии, а потом уже ядро железа и силиката смешанное. Магнитное поле там нет, хотя раньше там было остатки магнитного поля, есть в некоторых кратерах. Остаточный магнетизм, то есть в некоторых кратерах. Ну, так же, как это сказать, пыль очень радиоактивная, очень ядовитая. В некоторых местах, как бы, теплый газ может выходить, серный. Есть очень-очень разряженная атмосфера, очень разряженная экзосфера. В основном из газов, пойманных газов и частиц, пойманных от солнечного ветра, причем на теневой стороне значительно больше. Солнце здорово выдувает. А, как бы, как это сказать? Также и от воздействия Солнца она постоянно вот теряет вещество, потому что бьют частички прямо по поверхности. Очень часто метеориты падают. Но, правда, большие довольно редко теперь падают. А раньше там гигантские могли по 200-300 километров падать, что она улавливала. Там есть и по временам геологических эпох,
как бы моря-то все вот эти не сразу образовывались. Первоначально-то она была такой равнинно-складчатый характер не имела. Но потом мощными ударами астероидов вот эти моря были образованы. Трещины. Но это все не сразу образовывалось. А потом вот практически вся эта прекратилась активность. Там, кстати, цвет должен быть пепельно-серый. Так вот, короче говоря, там вот такая история. Если со стороны Солнца, вот оно раскалено все, а в тени тут же сразу минус 170, если от аппарата падает тень. И цвета там такие пепельные, поэтому все в пепельном цвете. А где Земля? Вот, к сожалению, нет звезд. Вот это недостаток. Земля фиг знает. Ну, короче говоря, наверное... А где люди как вылазили? Вот, наверное, через этот люк. Угу. Наверное, подозреваю, через этот люк. Так, вот он может лететь. Тут запуск, он, кстати, как высоко пролетел. Может ускорять движение. Так, ну ладно, сейчас давай не будем пока лететь. Это как бы был пробный просто запуск. А сейчас давай посмотрим. Давай вначале... Ну-ка, ну-ка. Давай я хочу посмотреть, как он будет со стороны взлет идти. Так. А, нет, нет. А, ну вот, да, полетел. Но я хочу просто посмотреть со стороны. Ну, полетел. Вот эти тени, рефракции всякие. Вот Земля уже видна. Вот эти видны моря все. Вот такая история. Ну, такая карта, конечно, для обзора больше предназначенная, чем для реальной. Кстати, если тут начать крутить, то болтуха начинается в космосе. Но единственный недостаток — нет звезд Млечного Пути. Вот это, конечно, недостаток. А вот что это так быстро полетел? Или нет? Да, наверное. Так, ну вот разделение. Разделился, как бы отделился вот этот посадочный модуль. Я как бы станция как будто к Земле полетела. Все, улетел этот модуль. Ну, интересно в космосе, конечно, что летать-то, в принципе. Прикольно. Других пока аппаратов нет. Хотелось бы другие, вот, скажем, Веги. Вот кто-то говорил, типа, как бы улететь в космос. Вот, пожалуйста, эта карта. Но она только с этим модулем идет в комплекте. Без модуля ее не скачать. Вот болтушка начинается. Непонятно, как в такой фигне могло... Сколько там? Три человека помещаться. А, нет, ну два, они там еще на орбите один типа ждал. Там же еще орбитальный какой-то модуль. Вообще, это какая-то ерунда, короче. Типа он прилетел на Луну, стартовав сразу от Земли, потом, как бы, как это сказать... Там он разделился, один остался на орбите, модуль этот сел, там они типа якобы побывали на Луне, потом взлетели, там это отстрелилось, которое вот это блок-то нижний, а верхний состыковался как-то вот с тем, который летал на орбите, и они уже полетели потом к Земле там. И сели на посадочном модуле, якобы чувствую атмосферу, какой-то бред был. Там и не сядешь, что, наверное, нифига. Главное, что радиация убьет. Смертельная радиация. Ну, Луна вообще куда-то пропала. А корабль якобы успешно летит к Земле.
Внутри-то корабля самого он улетел. А это что такое? Внутри корабля, что ли? Да, похоже. А может нет. Что вот это такое? И вот это непонятно, где это такое. Внутри корабля, что ли? Ну, может быть и так. До земли, наверное, же шиш долетишь. Она, наверное, просто такая нарисована там. Вряд ли она там есть. Хотя можно посмотреть. Но я думаю, вряд ли она там есть. А так это первое, вот солнце. Первое, по сути, космическое. А где Луна? Луну уж теперь и не найдешь. Где Луна там? А нет, это все Земля. А где Луна? Все, потеряли. Солнце видно. Ну, конечно, никаких протуберанцев там нет. Там же должны быть языки быть видны, протуберанцы. Вот, кстати, как он на солнце отражается. Но все равно прикольно, как бы, вид космического корабля чушь видит. Летящий в никуда космический корабль. Можно как бы почувствовать немножко себя космонавтом. Там балдушка, наверное, офигенная. Чтоб на орбиту-то взлететь не просто, а на вторую-то космическую скорость, когда разгонный блок переводит, то это, наверное, офигеть, какие там перегрузки. А ведь он там еще должен остановиться. Поэтому вот это все и какая-то непонятка. Не только надо разогнаться, но еще и остановиться. И летим как будто на солнце. Понятно, что солнце ближе не становится. Вот и реально показано поведение корабля в космосе. Это очень классно. Земля, к сожалению, захваченная всякой падалью. Такой вид манящий у ней, конечно, среди мертвых планет. Но, к сожалению, она под контролем нечисти. Так, ну что, давай посмотрим. Это что, внутри корабля, что ли? Я вот не понимаю, что это такое. Или это все-таки снаружи? Так, ну, рискнем. Нет, я не знаю, что это такое, где это. Вот как бы опять поднимаемся. Отделяется модуль посадочный. Сейчас несколько проведем запусков. Размер как бы внушительный. Разные видовые, как бы, можно действия, получается, делать. Но что самое интересное, напоминает, как вот реальный космический корабль. Ну, поведение, как в космосе. То есть он в космосе висит действительно, как на реальном космическом корабле. Это очень, очень круто. Земля.
Бля, модуль этот. Модуль куда-то полетел. Да, такие вот пирожочки. Ну что, интересная вещь. Так, а вот можно теперь чуть взлететь и сесть. Вот можно чуть-чуть корректировать. Как бы взлет, посадка. Вот он как бы висит над поверхностью Луны. Кстати, этим ступенью можно долбануть, и там, наверное, выбьет кратер, скорее всего. Прикольное, конечно, его отделение. Хотя там должны работать какие-то реактивные двигатели, когда она отделяется. Патроны какие-то реактивные. Вот, типа, летим над Луной. Там и Земля рядом. Земля и Луна, конечно, во многом сопоставимы по размерам, поэтому как в чем-то напоминает на двойную планету. Это, разумеется, кратер Тихони виден. Да, я думаю, это он и есть. А за что, похоже, море дождей нибудь? Это, наверное, океан бурь. А где лунный глаз? Да, тут надо еще запомнить. А это что, море холода, что ли? Надо, да, тут надо знать. Вот для скрина, кстати, красивые такие виды, так сказать. Ну, летит, конечно, все это медленно. Так. А тут можно и садиться тоже сделать, но вот тут надо еще это уметь. Вот, посадка. Жестковато, но терпимо, как бы. Вот, сели. Ну, надо уметь. Тут как-то можно какими-то, как-то двигателями-то, в принципе, подтормаживать. Но как вот это сделать? Это надо уметь. Икс... С как бы на взлет, и X, скорее, Т тоже взлет, и Ж торможение. То есть X и Ж торможение, С и Т взлет. А тут еще какие-то F, G, F, H и P тоже что-то делают. Да, тут, в общем, короче, надо уметь. Надо уметь. Вот как бы посадка лунного модуля примерно так якобы происходит. Его бы, наверное, сказать, все долбануло. Я думаю, он бы, в реальности он был бы раздолбан, короче. Вот это у него из сопла идет вон энергии. Вот вид Луны. Это ж лунный глаз. Вот это и есть море кризисов. Это океан бурь, разумеется. Это море дождей, море ясности. Вот основное. Это море холода. Кстати, море холода, оно не сразу образовалось, а на протяжении трех эпох. То есть минимум три было удара в разное время. Причем. Отделяются модули, и все это улетает в никуда, как говорится.
Да, конечно, немного однообразно, но все равно увлекательно. Главное, что увлекательные такие полеты. Так, а что тут-то еще? F. А вот она может, слушай, кручение быть. Можно как бы раскручивать, а можно как красиво летит на солнце. А можно тормозить. FH, торможение, соответственно, им посадка. Так, P. P поджимают лапы на модуле. Нажал снова, отожались. Вот примерно так вот управление идет. Так, отделение. Ну, когда он взлетает, он, наверное, поджать должен лапы, чтобы они не мешали. Конечно, такой тупизм. Я думаю, что это просто нереально, чтобы такая фигня куда-то летела. Интересно, что модуль открывает лапы, даже будучи отделенным. А, ну они, кстати, могут же двигатели включаться отдельно, да, нибудь? Может, слушай, там на модуле был двигатель C и сколько, что там? Х. А T и G, наверное, может быть, на вот на этом. На возвращаемом модуле. Можно несколько болтушку уменьшать. Понятно, что летит он в никуда, на землю не возвратишься. При всем желании. Так что летит он, ясное дело, в никуда. Так что, похоже, C и H это как бы сопло вот этого модуля. У него же топливо-то и в самом как бы возвращаемом есть аппарате, и в самом как бы вот стартовом с Луны. Вот, типа он пошел на взлет. Но, наверное, сесть уже будет нереально. Если далеко взлетел, то все. А может и можно. Не знаю, сейчас посмотрим. Сядет. Ну, наверное, разобьется, скорее всего. Сейчас мы, интересно, садимся или как? А, наверное, садимся. Он, наверное, долбанется. Все кратеры, как известно, имеют название. Вот в огромном кратере новый. Нет, садимся, садимся. Вот так они, наверное, и снимали примерно на таком глобусе. Реально-то эти посадки, взлеты. Да, поверхность, конечно, безрадостная. Одни воронки от ударов. Понятно. Все какой-то серой пылью покрыто. Такая вот луна. Очень, конечно, красиво карта сделана. Кто вот знает лунный глобус, он наверняка все может ее как бы ну, сказать, где что находится.
Надо знать лунный глобус. Обратная сторона, как известно, она в основном такая из кратеров состоит. Морей там очень мало. Два, точнее, только есть небольших. Жесткие посадки. Сесть довольно-таки непросто. Конечно, вид, конечно, просто суперский. Да. Это тоже от ударов вот такие белые полосы. Это молодые кратеры. И вот как удар, это вот напоминает, знаешь, что? Вот как бы, как что это напоминает? Ну, когда в броню удар-то какой-то бьет, пуля от нее, расплавленное вещество-то, вот остальной лист, допустим, пуля ударилась от нее во все стороны, брызжет. Это вот вещество-то раскалившееся, или снаряд в броню. Вот тут тоже так же, потому что на огромной скорости он бьет прямо поверхность и с очень большой взрывной силой, обычный просто камень, по сути, или даже кусок льда. Скорость-то огромная при ударе. Вот летим, Луна, Земля. Как почувствую себя космонавтом, типа, вот отделяется посадочный модуль. Полетел модуль. Да. Немножечко однообразно, но в принципе, что ж говорить, классно. В принципе, на такой карте можно вообще, наверное, много чего интересного, то есть, в принципе, снять. Если захотеть. Во многом уникальная, простая, конечно, карта, но, и, кстати, она и размер-то небольшой имеет, но очень интересная. Очень необычная, очень необычная. А если со стороны, а ну тут, видишь, я не знаю, тут дистанционно-то можно наблюдать? Ну, вообще, можно кого-нибудь, если, что-нибудь, если поставить, так, может, со стороны можно понаблюдать, как он будет взлетать. Тут надо знать. Сесть, конечно, трудновато, но возможно. Вот он садится с небольшой высоты. В принципе, не так уж сильно и повредится. Вон тень от него летит, тень, видишь, по поверхности. Посадка модуля на Луну. А, ведь он, кстати, о птицах. Он ведь вообще, если честно говоря, взлетал-то вот эту фигню, оставив на поверхности, да, вроде бы? Которую посадочную-то. Он без нее вообще взлетал. Так можно испытать такой запуск без нее. Так, ну пошли. Вот он полетел без стола. О. Ну и полетел как будто. Если честно, он должен... Вот, это остался на Луне, эта херня. Стол-то сам посадочный. То есть он там на посадку уже топливо израсходовал. А это вот маленькая фигня с космонавтами якобы полетела. Вот, крутизна Луны видна. О, все, долбанулся. Да. Ну, можно еще раз этот запуск такой провести. Так. Вот, взлетает
Космический корабль. Стол остался там на поверхности. Вот, летит. Смотри, как тени красиво ложатся. И успешно стартовали мы в космос. Очень красиво легли тени на поверхность Луны. Прощай, Луна, как говорится. Здравствуй, Земля. Мост Москва-Луна. То есть нет, какая Москва? Земля-Луна успешно открыт. Вот, кстати, удар точно, смотри, в центр кратера старого ударился новый, молодой. Ну, это тоже вот как бы паразитные кратеры. Вот старый был уже осыпавшийся, весь туда долбануло. Или вот, например, старый кратер, а вокруг него сколько паразитных. А это вот какие-то там знаменитые три кратера есть, которые даже при небольшом увеличении видны. Так вот, да, настоящий космический полет. Короче. Я вот сейчас думаю, тут бы что-нибудь. Ну, короче, вот такие, короче, запуски на корабле Аполлон. Наверное, я не знаю, можно всю Луну-то обозреть вот так. Наверное, сложновато, конечно. Конечно, очень красиво. Вот море видно, валы вокруг моря. Море же тоже как ударные кратеры. Либо из соседнего какого-то разлилось. Как вот океан будет там из соседнего. А так да. Получается, BMG можно использовать и как космический симулятор. Падает вот этот модуль на Луну. Сейчас разобьется в каком-то море. Удар. И этот отбомбился. Вон, летят куски по Луне. Так, кстати, мнется-то не особо сильно. Полеты очень интересные. Вот такие полеты. Именно на Луне осуществленные. Корабль Аполлон-11. Первый корабль, побывавший как бы на Луне, как будто.